это разобранный тротуар на улице Липской. Это революция такая на улице Липской. Созидание. Вот ради чего делается революция. За американские деньги. Вот что делает США и ее пособники в Киеве. Вот угол улицы Институтской. И Шелковичной. Вот что они делают с Украиной, с Киевом. Американцы, немцы, кто угодно, лишь бы развалить здесь до основания все. Вот что делают с исконно русской землей православной. Вот еще сутки горит уже. Еще горит. Они ничего не построили, ничего не создали. Они только разрушают. И так 22 года. И вот кто? 1+1. Вот виновник всей революции. И благодаря этому 1+1 и 5 каналу здесь война идет. На нашей земле. Хотели бы пару слов сказать? Вам нет. Да? А скажите, вы знаете, что канал 1+1 все врет? Вот вы журналист 1+1, вот почему вы убегаете? Я делаю свою работу. Какую работу? Вы знаете, что вы против православной цивилизации работаете? Вы знаете это? Чего вы убегаете? Скажите, как вас зовут, скажите ваше имя. Видите, сейчас берут интервью у людей, все врут, прямой эфир, все. И бегут, боятся камеры. Вот это результат деятельности 1+1. Роднянские, Жаровские, Загданские, кто угодно. Только не православные. И боевые контракты у вас есть, а? Я как народный депутат хотел бы просто знать. Скажи, пожалуйста, это... можно рижок ваш подивитися? Да. Ой, аккуратно. Скажи, пожалуйста. А как вас зовут, если не секрет? Народный депутат Дырев Анатолий. Дырев? Дырев Анатолий, так. Это вы организовали войну в Киеве? Мы? А чему мы? Ну, вот то, что вот это, ну, это же не война. Це народні депутати організували, це народ змучений цієї влади. Під вашим руководством це все діло? Ніякого керівництва немає під це. Мені просто цікаво. А ви по-русски розумієте? Я вас дуже добре розумію, і російською, і українською. Так скажіть, зачем ви з Києвом таке зробили, народний депутат Дирів? Зачем ви війну в Києві на Україні організовуєте? Ви думаєте, що ви говорите? Я думаю. Ви не думаєте. Куди ви убігаєте? Чого ви убігаєте? У вас немає часу, я зайнятий. Ви не убігаєте. Скажіть, ви ж підійшли до міліціонера. Чого ви убігаєте? Дирів? Не убігайте. Ви ідіот, скажіть. Ви в камері. Я не маю про що за мною. Чого ви від камери убігаєте? Ви не моя людина. Скажіть, яка ваша людина? Це ви зробили. Ви що, здіваєтесь чи що? А зачем ви в Києві розрушили? Ви ненормальні люди. Квартири розграблені, вторую там. Где? Передавали. Вот, с той стороны. Сгоревшие машины, разграбленные квартиры, разграбленные общественные институты. То, что передавали. Вот, народный депутат Дырев, чем ты занимаешься. Под прикрытием американской, немецкой и израильской пропаганды за их деньги. Вот что вы сделали. Вот что вы с моей родиной сделали. Депутат Дырев. Вот смотрите, что с моей родиной сделали американцы, немцы и прочие наемники. Но ничего, 45-й год наступит, мы дойдем до Берлина.
Мы это сделаем в Берлине и в Вашингтоне, и в Иерусалиме, в Израиле сделаем. Будет на нашей улице праздник, мы разнесем эту американско-немецкую нечисть. Вот, смотрите, они разобрали мостовые. Вот здесь жил композитор Козицкий. Здесь Борислав Брандуков жил в этом доме за углом. Вот. Вот что сделали. Центральная улица Киева, Липки. Посмотрите. Вот вам американское присутствие немецкое. А вот что происходит с квартирами в центре города. Продам квартиру. Вот, смотрите. Похоже на Сирию, на Ливию, на Югославию. Похоже? Вот что они сделали с нашим городом. Что они делают с нашей страной? Да. А вот эти... А вот герои идут. Вот герои. Они с Майдана. Вот это герои, которые это сделали. Сейчас они драпают к себе во Львов или в Ивано-Франковск. Сейчас пойдут, как ни в чем не бывало, на вокзал, купят себе билет, самый дешевый, и будут в туалете ехать. А может даже без билета. Вот что, вся улица, весь Киев, посмотрите, весь центр Киева какой. Вот, все кварталы. Вот сгоревший дом полностью внутри, выгоревший. А вот кровь, которую только что работники смывали. Работники коммунальных служб смывали. И такой крови здесь, в центре города, вокруг дома офицеров много. Вот здесь были коктейли Молотова, жгли. А вот тут смывали, опять водой смывали что-то. Вот что смывали, видите, сколько крови пролилось. Вот вам результат американской демократии, которая завела сюда своих наемников, проплачивает. Вот кровь. И рядом пепелище. Выжженный асфальт. Да, вот кровь. А вот выжженная земля. Значит, здесь... Разбитые бутылки. Значит, здесь жгли солдата, который родину защищает. Великая батьковщина, у которой фамилия Капительман. Вот вам автомобиль, как благодарные киевляне, как относятся к партии Батьковщина. Смотрите, поймали благодарные киевляне Батьковщине. Подловили они этот автомобиль таки, который несколько лет ездил по городу с громкоговорителями и обманывал народ. Вот киевляне. Киевляне его подловили и остановили навсегда. И вот эти вот памятники, которые они нам поустанавливали в нашем городе, эти нацики, Шамилю они установили, чеченскому герою. Вот какие они нам памятники. Вот они берут брусчатку, отсюда они берут брусчатку и бросают в наших солдат, которым по 20 лет.
нанятые за американские деньги наемники. Национальный герой Дагестана Шамиль. Национальный герой Дагестана на крепостном переулке в Киеве. Чего ради Ющенко его сюда посадил? Для того, чтобы развалить нашу страну изнутри. Вот что сделали с моим парком Ватутина. Сейчас он называется Мариинский парк. Вот смотрите, здесь мы, киевляне, катались по этим дорожкам. Киевляне катались на маленьких детских машинках. Вот что сделали. Вот что сделали бандиты, американские наемники с моим парком, в котором я провел все детство. Вот вам американская демократия, вот вам мирные протесты, разобранный тротуар, этими камнями убивали Беркут и милицию. Вот это мирные протесты. Вот они вчера здесь прошли, несколько тысяч вооруженных до зубов мирных убийц бросали камнями и убивали людей. Вот что они оставили после себя. Вот коктейли Молотова здесь. Здесь они жгли коктейли Молотова. Слава патриотам. Вот они называют себя патриотами. Патриотами германского отечества, патриотами Соединенных Штатов.